Давайте перейдем к преимуществам электродвигателей с совмещенными обмотками и узнаем, чем они лучше классических электродвигателей. Славянка применима к любым трехфазным асинхронным электродвигателям. Такие двигатели имеют в своей конструкции обмотку, соединенную в классическом варианте либо в звезду, либо в треугольник. Особенность совмещенных обмоток Славянка в том, что в одном электродвигателе совмещаются два типа обмоток – звезда и треугольник, соединенные параллельно со сдвигом результирующих векторов электромагнитной индукции в 30 электрических градусов. Такая конструкция с совмещенными обмотками выделила двигатели Дуйнова перед электродвигателями конкурентов. Здесь стоит отметить, что технологию совмещенных обмоток можно применить двумя способами. Первый способ – это модернизация, когда мы убираем классическую обмотку у старого электродвигателя и применяем технологию совмещенных обмоток. Второй способ – это проектирование электродвигателя, когда мы изначально конструктивно его делаем именно под технологию совмещенных обмоток. Конечно, во втором случае эффективность технологии гораздо выше. Давайте теперь поговорим о том, какие преимущества получает электродвигатель, в котором используется технология совмещенных обмоток. Первое и одно из самых важных преимуществ – это, конечно же, экономия электроэнергии. Дело в том, что электродвигатели с совмещенными обмотками экономят до 40% электроэнергии, если их сравнивать с аналогичными электродвигателями, которые разрабатывают другие компании. Второе – это себестоимость. Дело в том, что электродвигатели с совмещенными обмотками используют на 30% меньше меди и электротехнической стали. В итоге мы имеем серьезный показатель по снижению себестоимости, и имея одинаковое количество сырья, вместо трех классических двигателей мы можем сделать целых 4 электродвигателя с совмещенными обмотками. Надежность. Сервис-фактор у электродвигателей с совмещенными обмотками 2,5, в то время как у других двигателей с классическими обмотками этот показатель, как правило, не превышает 1,3-1,4, то есть у Славянки этот показатель практически в 2 раза выше. Что говорит о том, что двигатель гораздо надежнее, он может работать дольше без ремонта и в более высоких нагрузках без каких-либо поломок. Также можно вспомнить об увеличении пускового момента, уменьшении пусковых токов, снижении шума и вибрации. И это еще далеко не все. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре SOVILMASH, проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.